Сточка, Петербург, 24 авг, Эрспорт, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского СКА заслужили не поражение, а победу в матче за кубок открытия КХЛ с московским ЦСКА, заявил нападающий клуба с берегов Невы Евгений Додонов. Хоккеисты московского ЦСКА в понедельник в гостях добились победы над петербургским СКА в матче за кубок открытия КХЛ 2015-16. Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4-3, 0-0, 2-2, 1-1, 1-0. ЦСКА впервые стал обладателем Кубка Открытия. Это только первый матч, мы разберемся, что было не так, сделаем выводы. Не могу делать выводы по одному матчу. Я считаю, что СКА заслуживал победы сегодня, сказал Додонов журналистам.